За ходом тренировочной операции наблюдали глава региона Вениамин Кондратьев и начальник краевого управления ФСБ Игорь Колосов. Оперативники показали технику освобождения заложников на воде и обезвреживания боевиков в акватории порта. По результатам учений Вениамин Кондратьев высоко оценил подготовку силовых органов. Очень важно понимать, что бы сегодня мы ни говорили, ни делали, какие бы экономические перед собой задачи ни ставили, нам всем нужно мирное небо. И без этого мирного неба никаких свершений сегодня речи быть не может. Вы еще раз подтвердили мощь российской армии и доказали, что невыполнимых задач для нашей российской армии не существует. Даже в условиях такой не очень хорошей погоды, задача, которая перед вами стояла, учебная, была выполнена на высоком уровне. Все мы есть русский народ. Мы все должны заботиться друг о друге, понимать и сопереживать. В свою очередь, участники операции отметили, что готовы к любым вызовам.